Всем привет! Давно я что-то не гуляла, ну да, из-за карантина, да, и нашего состояния не гуляла ни в городе, ни даже у нас тут по окрестностям. И сейчас, я ну, не стала уже снимать, просто проходил этот тип, который землю купил, он и на сверху дорогу смотрел, ну на которого мы заявление писали, который тут вырубал, не по прописям и так далее. И смотрю дом, который выкупил немец, он или австриец. У него мебель, смотри, вытаскивает старые окна пооткрывал, все старье выкидывает, выламывает. Значит, начнут скоро работать на доме. Хотя вот люди из этого соседнего дома, который прошла, они говорили: дайте вы точно даты и план работ, потому что, ну, по идее, они хотят закончить и уже начать с туризмом. Хотя я что-то тоже в это особо не верю, что у них в этот сезон получится. Я хотела рассказать о том, как у нас прошло тестирование. Именно такое не домашнее, а в специальном да, отделении. Это вообще была жесть, понедельник, нервотрепка. Дело в том, что я как рассказывала, уже ни один домашний не показал ни в первый, ни в второй, ни в третий день, что болеем, что есть что-то ничего и мы короче э, ну с одной стороны были спокойны мирны да потому что думаешь ну как бы не показывать хотя у нас и даже писали в газетах ну на порталах вернее что не каждый тест покажет новую вот эту вот заразу новый вид и э, что получается да э, перепоганили целую упаковку они не дешевые одна э, штука стоит ну там под пять Евро бывает дешевле, бывает дороже. Но школа выдала вроде как. <laughs> Знаете, я думала, выдадут по, две, по два теста, но на две недели они испугались, что будут, в общем, родители использовать или вообще не будут использовать. И взяли по одному. В некоторых написали, в школах обязательно отчитываться, в некоторых нет, но у нас не надо было отчитываться. Кстати, один мальчик, одноклассник, одноклассник, дочери, он сделал тест и не пошел, значит, ну, у него типа открылось, наверное, что. Есть зараза, хотя получается, что ее опять же показывает на третий день. И Ну, что получается? У тебя уже температура, ты болеешь, тебе до сих пор не показывает, а ты типа не заразен. ну странно. В некоторых школах дети стали перепродавать по 2 евро тест. Представляете? Ну, как бы на этом не нажиться, а все посмеялись, говорят, ну, они просто повторяют модель государства. Что еще хотела? А, значит, что там получилось у нас? С четверга мужу уже плохо В пятницу ему тоже плохо Мы в школу вот не поехали Тесты, получается, не взяли От понедельника это дело начиналось Потом Что было Так, да, это была пятница И я говорю, все, в понедельник надо, типа, проверить тебя Потому что там и больничный Ну что это такое, смотрите Кошмар какой-то Бутылку просто повесили, она наполняется водой. Я столько раз Господи, что столько раз чистила, и все равно срач остается. В общем, хотела, блин, снять сразу в тот же день. Я, правда, нервная была, потом сил не было энергии, и погода была ужасная. Поэтому сейчас немного буду путаться, и башка немного еще трещит. Ну, в общем, что? И в понедельник я говорю, все, давай позвоним, давай разберемся, и мы проведем этот тест всем нам. И что вы думаете, в этот день муж чуть не погиб от моей руки, потому что он, позвонив в амбулаторию, а он, получается, два дня был с нами как бы вместе, а потом ушел к родителям, ну, типа, как отделиться. Смотрите, меня так долго не было. Тут уже, оказывается, какие-то работы провели. Обалдеть. И он говорит, нет, я только болею, у меня значит, симптомы, все такое, а все остальные нормально. Вообще жесть. Знаете, почему я еще больше всего а, обиделась? Ну как обиделась? Не, обиделась, это мягко говоря. Потому что, во-первых, он знал, что у меня уже болит горло, и мне тоже плохо, и слабость. Во-вторых, надо понимать, даже если бы у меня не было симптомов, мне в любом случае надо провериться. Мы уже днями были вместе. Во-вторых, у нас родаки ведь тоже болели, это все от них пошло, и у них были, ну, действительно серьезные симптомы, особенно у отца, у него там и болели ноги, его трясло, и голова там тоже раскалывалась, ну, в общем, много всего. Я говорю, ты что делаешь, ты что творишь? А он еле смог поймать, вот в чем загвоздка-то была, еле смог поймать докторшу. Я-то думала, он звонит нормально, нормально в нашу амбулаторию и там пытается поймать нашу докторшу и ее сестру. В итоге я говорю быстро, а и он получил, значит, онлайн-тест, типа все, едь. Машину пропустила, сосед проехал. Мне ведь нельзя вообще даже останавливаться, ни с кем здороваться. Я так шкерюсь по кустам. Я говорю, давай быстро перезванивай и быстро для нас, для меня и для дочки бери направление. Он говорит, зачем мне не выдадут? Мне это в амбулатории сказала, что она не дает. Что типа, если у тебя нет симптомов, ты не получишь тест. Я говорю, да быть такого не может. Типа, кто вместе, кто днями там вместе, у кого уже несколько дней болезнь. У нас на тот этап уже почти неделя болели родители. Я говорю, быстро перезванивай. Он не хотел, не хотел даже ехать, в итоге я уже наехала на него, мы рванули в амбулаторию, и представляете мое удивление, когда мы... я забегаю, а у нас вот буквально все в секунду. Оказалось, что, я-то думала, что тест, как и раньше делают в городе с 8 до 10, оказывается всего один час, точно с 8 до 9 и точка. И не два раза в день, по-моему, а вот именно только утром, выходные не делают. И мы э, руки в ноги прискакали. У нас уже времени, в принципе, там, ну, прям, ну, по минимуму оставалось свободного. И я заскочила, свет выключен, никого нет. Выходит э, женщина, она зубная там, стоматолог. Говорит, а никого нет? Я говорю, как нет? Ну вот, они типа не работают. Прочитайте на дверях объявление. Говорю, пожалуйста, блин, я сейчас, чтобы не искала это объявление, там, потому что куча ссылок, куча бумажек, времени, изменения, все там. Я говорю, скорее объясните мне, чтобы я поняла. Она говорит, ну типа это, одна, короче, на больничном, а вторая в отпуск ушла. Ну, получается, на больничном наша докторша классная там, молодая, Деваха, правда, тоже так бывает, запорит, такие вещи прям, не знаю, глупость. А наша медсестра, она уходит в пенсию, поэтому, когда вот мы недавно с дочкой ходили и кровь она сдавала, там была, типа, уже женщина меняющая, которая, ну, работала с ней на пару, смотрела, как это все внутри функционирует, и, в общем-то, замена произойдет. Я говорю, а кого, типа, по, ну, мой муж вообще на телефон получил? Он говорит, ну, вас теперь перенаправляют автоматически к другим докторам в Нововинодольске. Я говорю, зашибись, потому что, получается, наверное, они только поменяли этот план. И я не знаю, насколько было свободно, ну, там, по докторам, сколько у них вообще было замены, сколько, насколько у них был свободен план, потому что, ну, нам почти час никто не отвечал. С 7 до, фактически, восьми и даже больше. И в итоге, значит, смысла ехать в Новую уже не было. Я говорю, давай быстро позвоним. Перезвонила, звонок сорвался, перезваниваю пять. Я так поняла, что там соединяется медсестра, а потом уже к доктору. И я объясняю женщине, говорю: вот мой муж вам сказал неправильно. Он говорил о симптомах, 5 десятой Говорю, он изолирован внизу, он не знает там. Ну, ему плохо, он лежит, он там лечится, а у нас так такая же фигня, только ну типа немного легче, нам, скажем так, у дочки только горло, тогда немного першило, а у меня вот уже началось по-разному по там. И говорит, ну, знаете, начала тянуть резину, если вас сейчас не покажет смысл, вам я говорю, давайте я типа сама решу, мне ехать или не ехать, говорю, муж уже, ну, сколько дней прошло, я с ним уже сколько дней с родителями, в любом случае, говорю, мне кажется, по времени уже должно показать. Не знаю, как за дочку говорю, у нее нет таких вот выраженных прямо этих, но я ощущаю, что я болею. И болею уже серьезно, и не первый день в итоге ладно а я, я сказала хорошо если вы не выдаете значит что я не в карантине я не болею я могу свободно да, передвигаться она такая нет 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 конечно я такого не сказала давайте давайте я вам выпишу все говорит они есть онлайн она у нас еще там трепала, трепало всякие данные в итоге мы уже бегом по пути скорее дочку буквально из кровати я вытащила там в машине чуть ли не одевалась, мы прибежали на пункты, У нас оставалось по минимуму минут 15, наверное. Хорошо, толпы не было. Кстати, тогда человек стоял рядом, он знал эту докторшу, которая принимает. И она говорит: А что, ты пришел? Он такой: да, знаешь, мои болеют, ну, и я решил провериться. Значит, у него даже не спрашивали, есть симптомы или нет. Просто докторша тупо. Ну да, иди. А нас вот так вот толбала, тетка. Причем, поскольку у нас онлайн мы получили, там надо было еще заполнить три квитка. Дождь моросит, заполнять негде. Одна ручка на целую толпу. Хорошо, у меня была вторая. Я сунула мужу. А там надо, кроме личного данного с карты твоей, тебе еще нужны данные со страховой карты. Я вроде все правильно вписала, мне эта тетка орет, вы ошиблись. Я даю документы, опять же. Это мои дочки, муж побежал за картой. Все это в кучу, боишься там растерять. Все матерятся, уже нервные. Но мы рано подорвали вот эти звонки, перебежки, нервы. Это я вот рассказываю легко, а когда ты сто раз звонил утром, не можешь получить никого на телефон. Проблема в том, что один день утром работает доктор, другой после обеда. Ты не поймал сегодня, у тебя теряется день. Потом ты получаешь эту штуку. Опять утром только через день ехать на тест. Ну, короче, муть полнейший. В общем, мы сдали, и по результатам у меня ему уже подтвердилось, у дочки на тот момент нет. И что хотела еще рассказать: а, ну и вот я потом стала э, перезванивать. Нам на следующий день сами позвонили, уже сказали из лаборатории. И я звоню, меня соединилась с какой-то медсестрой. но по закону надо позвонить, и они уже высчитывают дни, как и что по карантину. И меня соединили не с докторшей, если это она вообще была первый день, а с доктором. Парень молодой, прям по голосу, ну классный, прям вот выслушает, все объяснит. Он высчитал дни, когда больничные, как больничные, что лучше сделать. Высчитал, сколько мы дома будем оставаться, когда дается подтверждение, с какого дня, потому что оно дается после теста на 11 день. А у нас считается, вот когда нам симптомы были, от него считается. Причем нам как бы верят, понимаете, на доверие все. Мы сказали, например, такой-то день. Они не засчитывают день, когда кто-то из семьи заболел, именно у тебя симптомы. Это нульти день, и от него отсчитывается 10 еще. Ну, короче, все нам объяснил, все нормально. И вот когда дочку прихватила, ну, я отдельно расскажу, как там у нас это все проходило, то я опять перезвонила ему и он мне вчера говорит да вчера ему звонила меня соединили с сестрой которая мне пришлось три часа объяснять хотя я сказала давайте сразу доктора мне не я тут типа с вами я может быть помогу и в итоге когда я сказала мне нужен снова тест она говорит ой я а может доктор не даст но я так поняла что эта сестра скорее всего не желает выдавать или брать ответственность Доктор же сразу выдает, и он сказал: Единственное, говорит, у вас есть тест дома. У нас как раз один оставался, он говорит: проверьте ее. Вот даже если вы считаете, что уже три дня она ну, болеет, два дня так прям выраженные симптомы там или сутки, например, вы сами понимаете и видели, что только через три показывает даже вот этот вот тест э, наш медицинский. Давайте вы проведете утром и потом посмотрите. Но ну, так нормально, спокойно, вообще ништяк. Говорит, просто, чтобы вам не бегать. Я, говорит, выдам вам потом опять и все такое, ну, чтобы не дергаться. И вот реально э -э, я сегодня утром рано в полседьмого проверила у дочери. У нее уже получилось больше, чем 24 часа прошло от таких прям вот сильных симптомов. И она э -э, не показала вообще... Я вот я говорю, это, это вообще смысл как глупость этими тестами, особенно то, что у нас раз в неделю их выдавали, вбахали столько денег, миллионы там. И чего-кого, чего, вот, чего спасет этот тест? Я не понимаю. Там три человека может из э, скольких больных выявит. Ну и по итогу, значит, мы э, Дочку сегодня оставили дома. У нее вот сейчас опять начала подниматься температура. Получится, как и с мужем. В четверг симптомы и болячка выразилась. В понедельник на тест. Получается, четвертый день. И, и там уже, наверное, ну я так думаю, покажет. Я не знаю, нам, в принципе, это как сейчас будет плюсом или нет, потому что вроде как убирают меры, даже в государственном учреждении, наверное, запретов больше не будет, ну, вход И, значит, убирают меры И вот эти тесты вроде на две недели пока выдавали После праздников, может, еще на две недели будет Но поскольку, я думаю, что у дочки также будет подтверждение Нас с этим хотя бы не будут трясти и мучить Хотела еще рассказать, как это все у нас прошло. Да, меня колбасило на шестой день. Я все думала, ну как хорошо все прошло, слава богу, и ничего такого страшного. Что-то кто-то бухал тут. А вообще было жутко, конечно, 24 часа, потому что это странные ощущения такие. И я вот надеюсь, что до города все-таки поеду на следующий недель, в понедельник мне можно. В воскресенье считается последним днем карантина, нельзя никуда выходить в город, ни с кем общаться, вот на воздух выползти. И буду уже вживую снимать. Много новостей накопилось, вестей. Сейчас закину ролик. Не маленький получился вроде, но я же все вам закидывала из города, из реки. То, что было. Еще мне осталось из музея несколько роликов смонтировать. Так что вот такие вот дела. Надеюсь, ничего хуже, обострения никакого уже больше не будет, потому что вроде мы уже все перетряслись, всех нас переколотило, слабость есть. Мужскую часть нашей семьи, ну, больше держала и сильнее, чем женскую, можно так сказать. Посмотрю, что будет с дочкой, еще этих пару дней проконтролирую, так вот по -по прям построже, так сказать, под надзором подержу. И ей нельзя будет... А, да, вот еще что я забыла сказать. Нам 10 дней карантина, а те, кто кололся, 7. Поэтому вот у нее, получается, еще четверга 10 дней считается. Мы как бы можем выходить, а она свежая, заболевшая, она должна будет этих 10 дней выдержать. Ну и, в общем-то, в принципе, все. Видите, получилось немного сумбурно. Я надеюсь, не слишком все разбито, разбра... разброс голова реально вот как пустая. Я надеюсь, как-то сконцентрируюсь. И не то, что у меня прям упадок сил. Я уже и по дому, и возле ребенка, и со всеми этими делами. Но все равно странное ощущение в любом случае. Вроде мы действительно все это перетряслось с меньшими потерями, но у нас у знакомых также было вроде все легко и просто, а потом головные боли часто у детей, чаще у детей. И даже у нас у знакомых дочка в больнице оказалась, хотя вот они кололись. Так что будем надеяться, что все будет хорошо. А я смонтирую еще из реки пару видосов.